другой. Однажды, после яркого огня, я упаду со своего коня во тьму кромешную, и рядом со мной окажется весь ужас ада. Земля набьется в онемелый рот, лишь поутру спасение придет. И на траве оранжевой от смерти, где в диких плясках веселились черти, запечатлится облик золотой, таинственный и чистый и святой. Не проронив ни вздоха и ни слова, моя душа поселится в другого.